мультивалютный кошелек, 55 миллионов долларов на ICO и вознаграждение за хакерство. Об этом мы не только рассказываем в обзоре проекта HostCoin. 17 октября стартует ICO проекта HostCoin. Команда готовит предоставление ультрабезопасного интернета на блокчейне и планирует запуск мультивалютного блокчейн-кошелька с поддержкой более 5 криптовалют и круглосуточным доступом как с компьютера, так и со смартфона. Веб-интерфейс кошелька будет доступен уже с первого дня ICO. На сайте HostCoin уже готовятся изменения, одним из которых будет русскоязычная версия сайта. 55 миллионов долларов планируют собрать во время проведения ICO первый в мире ресурс, предоставляющий хостинг на блокчейне HostCoin. Токены так и будут называться HostCoin. Стоимость одного токена будет поддерживаться на уровне 1 доллара. То есть планируется выпустить 55 миллионов токенов. Награда за взлом. Компания HostCoin в ближайшее время запускает Bug Bounty. Любой желающий может взломать веб-кошелек за вознаграждение. Что же касается дальнейших планов, то HostCoin планирует разрабатывать новые технологии и системы, а также интегрировать и улучшать современные хостинговые и доменные сервисы, используя блокчейн. Работа юридической команды HostCoin направлена на соблюдение законодательной базы всех государств мира без исключений.